75 гадоў назад Гомель стаў першым вызваленым абласным цэнтрам нашай краіны. Знакавай даце прысвяцілі дзясяткі мерапрыемстваў, сустрэчы з ветэранамі, а таксама рэканструкцыі. Буйнейшая з іх узнавіла само вызваленне Гомеля і партызанскую вайну і прайшла ў гістарычным месцы на беразе ракі Сож. У мерапрыемстве задзейнічалі унікальныя ўзоры тэхнікі і ўзбраення, а таксама элементы уніформы ваенных гадоў. У нас исторический броневик БАШ-64 42 года образца. Также вот за мной стоит ГАЗ-67. Он тоже, этот вообще он был отреставрирован, и он с гомельской земли, поэтому очень большая вероятность, что он вообще участвовал даже в освобождении. Протягом святкования вызволения Гомеля стало урочистое складание кветок, а так само выстава военной техники и фестиваль полевой кухни.